Дорогие друзья, 3 июля 2024 год. Сегодня у нас супер путешествие, грибной тур. Лариса, единственный человек, который верит в меня, поехала за грибами, говорит: Армен, что делать, надо ехать. И вот такие большие лисички попадаются сразу же. Вот она. Да, посмотрите, срывай, ну-ка вон ту срывай. Здоровая какая она, классная, сзади прям ее показывай. Ой-ой-ой, это нетронутое место, вот всегда это место мне приносит здесь кучу грибов, и все, кто со мной ездит, всегда здесь хорошо собирают. Там еще по мелочи, да. И еще вот здесь я тебе помогу, а там не видно просто. На. Вот такая, смотрите, какую. Ой, ты. Классная. Ну все, как, в общем, понятно, по лисичке мы сегодня точно оторвемся. Я теперь уже знаю даже куда. Делаем акцент на лисичку, потому что она сейчас чистая. Иди вот этот тоже. Вот эту главное, что заметили. Ну не, вот этот кусочек нормальный, я уберу к тебе. Ты покажи ее сзади. Посмотри, вроде немного, а посмотри, какая она. Ну просто идеальнее не бывает. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну давай. Комаров, конечно, комаров много пока что. Это хорошо, пусть лучше комары, чем жара. Жара лютая, друзья. Погода просто сумасшедшая. Идем вперед, правильно, туда чуть-чуть. Мы видели с тобой ее вот где-то вот здесь. Вот, вот здесь, вот здесь, 100% вот здесь. Вон она, вон она, вон она. Вот с этой начни, потому что вот на эту, чтобы не наступить. Лисичка, конечно, бомба. Давай я вот эти два сорву. Две сорву, чтобы показать. Сейчас пока что Ларисе будем заполнять корзину. Она еще за грибами только первый раз в этом году. Давай, обрабатывай. В общем, вот такое начало. А так, конечно, планируем сегодня посетить разные регионы. Посмотрим Калужскую область. По Тульской, по Подмосковью проедем. Но я думаю, что по белым уже не так прям интересно. Все-таки в отличие от лисички. Все-таки в такую жару, как 35 сегодня обещают. Но это просто жесть. И мы приехали вот рано-рано уже, считай, там 4 с чем-то. Да, мы уже в лесу. Покажи вот этот вот тройничок. Как он выглядит? Ну-ка. Друзья. Ну, это просто оттас какой-то. Вот это красавица, да? Вообще. Букетик, да? Ну, что это, сросшийся? Ну-ка, вытаскивай. Мы сегодня только интересные грибы показываем. Хотя уже накосили этой лисички. Смотри, опять тройничок. Ну, ты посмотри, какая, а. Ее надо прям так поставить и сфотографировать. Обалдеть, какая красота. Друзья! Грибной дурдом продолжается. Это просто что-то невообразимое. Вы просто посмотрите на этих гигантских белых лисичек. Просто они везде стоят, мы уже накосили. Я все просто показываю. Итог посмотрите, вы просто будете ошарашены все. Тут все в грибах, посмотрите. Ой-ой-ой. Посмотрите, какой размер. Не, размер, конечно, впечатляет. Вот с утречка прям классно их собирать. Жары еще нету. В густом лесу прям классно. Смотрите, прям пятерной. Что здесь? Вместе прям они. Ну, как бы вот так, друзья. Ну, не сказка ли это? А? Да. Это фантастика. Взяли паузу. Оказывается, на поле уже... На открытых участках земляника переспелая. А в лесу-то самое то. Посмотрите, друзья, какими гроздями. Даже еще зелененькая вам попадается. Еще будет успеть. Вы посмотрите, что происходит здесь. Я уже наелся. Помогаю Ларисе собрать вкусные ягодки. Вот, при вас. Просто посмотрите на это. Черное. Черная земляника. Не красная, а черная. Как боровики. Посмотрите. Ой-ой-ой, еще вот это не спело. Это еще будет спеть. Еще вкусненькое. Ой-ой-ой, все в землянике. Смотрите. О,
Это просто наливная. Вот эту всю полянку сейчас обчистим. Ну как, ты довольна? Ой, в да. Жару в такую. Но мы... Какая жара? Но какая? С утра хорошо, да. Классно. Днем будет 35. Вы просто посмотрите. Усыпано. Небольшой участок леса, где земляника просто усыпана. И крупная она, здоровая какая, лесная. И вкус у нее еще лучше, чем та, которая полевая. Просто. Везде. На каждом шагу. Я вам просто сейчас покажу вот эту крупную, вы обалдеете. Посмотрите, вот. На эту посмотрите. О! Вот такие вот у нас вкусности на грибных турах. А вы говорите, жара, что сейчас ехать? Сейчас мы вам итог покажем. И это будет лучше, чем когда влажные дожди. Вы просто будете в шоке. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Мне уже самому хочется собрать. Себе. Но я уже много собрал, на самом деле. Ой-ой-ой. Друзья, ну других слов просто не подобрать. Это полный пипец. Друзья. Посмотрите, я вам говорю, какая здесь шикарная земляника. Посмотри. Обалдеть просто. Вон, Лариса тоже в шоке. Вот это место мы наше, мы теперь будем знать. И тут же, смотрите, тут же просто с земляникой вместе растет лисичка. Да какая. О! Так, лисичку сорвали. Дальше опять землянику. Дальше еще земляника. Дальше тут же лисичка. Ой-ой-ой-ой-ой. Посмотрите, что здесь. В перемешку с земляникой, посмотрите, что полянами стоят полянами. Полянами земляника и полянами стоит лисичка. Здесь собираем, собираем землянику, землянику и попадаем на сосновую лисичку. Просто смотрите, среди сосны. Вы просто посмотрите, что тут творится. Как будто здесь костер какой-то. Это просто что-то. Посмотрите, с ростками. Даже уже какая-то подвысохшая. Даже сушить дополнительно Ларис не придется. И тут же, посмотрите. Вы просто на этот рай посмотрите. Вот в жару, кто не хотел ехать, все Ларисе досталось, учтите. Завидуете все Ларисе. А вы дальше сидите и ждите с моря погоды. Кто первый, того и тапки. Кто по жизни ждет, бизнес не строит. Это даже, это в любой сфере так. Что в бизнесе, что в успехе, что во всем. Кто первый идет, тот и будет удачливым. Но это просто капец. Все в ягоде, все. Немеренное количество земляники. Лесной. Лесная самая вкусная. Ну, в отличие от полевой, еще вкуснее. Посмотрите просто. Просто какое количество. Я даже не все показываю. Там еще, там, там, вот тут. Посмотрите. Ой-ой-ой. И внизу, и наверху. И слепни, и комары. Но мы совсем справимся. Друзья, но мы также решили в заключительное место съездить. Совсем уже другое направление. Пособирать черники. В сосновом бору. Ну и посмотреть. Она уже по полной программе пошла. Вот такая вот хорошая черничка. Планируем отсобирать ее в хорошем количестве. Ну и итог увидите. Супер. Вот она, июльская черника. Она уже пошла в конце июня 100%. Потому что в этом году все раньше. Ну вот мы в начале июля ее собираем по полной программе. Смотрите, сколько ее. Смотрите на эти кустики черничные.
Вот. Классно. Лариса тоже собирает. Дорогие друзья, наш грибоягодный тур с Ларисой окончен. И вот такой вот потрясающий, фантастический итог. Сейчас уже температура градусов 35. С утра было 25. Вот такой вот супер трудовой сбор в засуху. Обещают каждый день грозу. Но ее никак нет. Посмотрите. Земляника спелая-спелая. Лариса будет замораживать. Помог ей собрать. Лисичка. Вот это мой урожай лисички. И вот эта корзина тоже моя. Вот эта корзина лисички Ларисы. Ну и вот здесь моя черника. Лариса тоже собрала черники, но уже чуть-чуть. Поэтому не стали уж фоткать. Не было емкости маленькой, куда можно было бы красиво ее поместить. Поэтому вот так решили заснять. Вот такой вот сбор. Время 2 часа дня. И мы едем уже домой, потому что слишком жарко. Так и планировали. С раннего утра, с 4 утра. И вот до обеда. Ну, чуть задержались пособирать такую красоту, вкусноту. И завершаем мы наш поход в сосновом бору. Очень счастлив я и Лариса. Она уставшая, решила посидеть в машине. Говорит, иди записывай итог, я, пожалуй, посижу. Удачи вам, успехов, друзья, всех благ. И таких же урожаев грибов и ягод. А мы с вами скоро увидимся. Всем удачи, всем пока.